Кладбище – последний дом каждого из нас, за чистотой которого должен следить каждый. Здесь похоронены близкие люди многих – родственники, родители, бабушки, дедушки. Вооружившись топорами и граблями, вышедшие на субботник вырубали старые деревья. Кустарники убирали старые высохшие листья. Весь собранный мусор был погружен трактором в грузовые машины. В этом году, к сожалению, из-за погодных условий у нас людей, конечно, маловато. Но все те люди, которые пришли, все старательно работают. Но можно отметить все организации как с положительной стороны. Алина Халяпова председателем ТОС «Рассвет» работает первый год. На уборку кладбища выходит каждый год. Здесь похоронены многие мои родственники. Обязательно нужно проводить такие субботники. Мы обязаны содержать в чистоте и в порядке могилы. Есть и заброшенные старые могилы, за ними никто не ухаживает. Может, у многих захороненных нет и родственников, некому ухаживать за могилами. А на субботниках убираются все. Наряду со многими организациями активное участие приняла молодежь. Отличились студенты аграрного колледжа. На субботнике участвовали около 150 человек и около 20 единиц техники. Айгуль Хусейнова, Артем Артемьев, БРТ.